Дорогие мои поклонники, не хотел выходить, конечно, на связь, но экстренно выхожу. Я Андрей Разин, руководитель группы «Ласковый май». Хочу вам сказать, что совершается просто какая-то афера. Насколько мне известно, я вышел на человека, который непосредственно занимался похоронами Юры Шатунова. И он сказал о том, что прах Юрин, который они сожгли по прям слезному заверению Кудряшова, что якобы Юра перед смертью шептал, что только сожгите меня, скрывая следы преступления, его убийства, которое должно Следственный комитет был расследовать, а теперь нет тела и нет дела. Но самое страшное, что Светлана улетела с его прахом в Германию. И на Троекуровском кладбище хоронили совершенно пустую капсулу. И все было обставлено как спектакль, как Кудряшов любит это делать. Кудряшов, кстати, между прочим, имейте в виду, почти полгода работал под фонограмму Юры Шатунова, исполняя песни его. И пока я Юру перевозил в Москву, он представлялся Юрой Шатуновым и выходил на сцену, отработав огромный тур по городам Сибири под его фонограмму. Так что вы имеете в виду, там сильно его фанатки, не переживайте за него. Это аферюга еще тот, который дал почти 180 концертов под фонограмму Юры Шатунова, пока я его перевозил. Это его была инициатива, кстати, не моя. Так вот, прах Юры Шатунова его супруга Светлана забрала и увезла в Германию. Захоронили торжественно, развели Игоря Крутого на деньги, захоронили торжественно урную, и чтобы эту урну никто не открывал, хотя бы пепел даже не увидели, залили еще сегодня бетоном, при всем при этом обвинив меня, что я якобы выкопаю эту урну и украду ее. Это вообще какой-то ужас, то, что Кудряшов сказал людям при заливке бетона буквально на то, что еще и основания памятника нет, и фундамента нет, и все это заливать. Все это сделано специально, чтобы эту урну никто не видел. Нету праха Юры Шатунова. Не захоронен он на Троекуровском кладбище. Кудряшов это сделал все умышленно. Сделал место паломничества возле моего семейного надгробия. Он это сделал специально. Ему предлагали другое место. Он выбрал именно 24А участок. Поэтому считаю, что это просто провокация. И я вообще буду добиваться, конечно же, расследования по убийству Юры Шатунова, потому что я считаю, что при таких заболеваниях Юра не мог работать. Я об этом полгода говорил, никто меня не слушал. Но я буду добиваться у следственных органов, у прокуратуры расследования полностью и состояния его здоровья, и последних его дней жизни. И то, что он настроил Кудряшов против меня, Юру. Но хочу, к сожалению, с горечью сказать нашим фанатам, что даже то, что они сожгли Юру, праха, даже золы, оказывается, нету. Эту золу увезла Света в Германию. Поэтому они и залили быстро все бетоном, чтобы никто не мог вообще сделать следственные органы
то, что действительно там есть урна с прахом Юры. Юра, праха никакого нету на территории России. Все уехало в Германию. Поэтому хочу вам сказать, что то паломничество, которое он придумал, все, что он сделал на Троекуровском кладбище, это все постановка, это издевательство над Юрой, издевательство над его памятью. И вообще у него ничего святого нет. Как он с первого дня, не видя его, работал под его фонограмму почти полгода, ездил по Дальнему Востоку. Кстати, об этом не скрывает мать Кузнецова, тетя Валя. И она знала об этом. Так он и поступил с тем, что произошло. Ну, а Светлана сказала, отдайте мне хотя бы его пепел. И она этот пепел увезла в Германию. Что она с ним будет делать, никто не знает. Но имейте в виду, на Троекуровском кладбище Юры нет.